Пока мы тут не раскидали вещи, я просто обязана вам показать все. Сейчас начну прямо с самого начала. Вот это все наши вещи. Вы представляете, сколько у нас вещей? Так, вот тут у нас вход. Вот мы вошли. С леса. Так. Вот у нас сразу тут спальня с видом на сад. Кроватка. Сиротская. Крыша такая вот. Фух. Так, идем, смотрим на сад. Мы еще нигде не были. Я еще даже не поняла, где мы. Так. Прохладненько, хорошо. Так, сейчас я сразу с вами и посмотрю, что это. Это что-то закрытое? Все равно закрытое. О, открыла. И тут еще одна дверь. Вот это сюрприз. Ой. Ой. Там какая-то еще чья-то комната. Мы, пожалуй, туда больше ходить не будем. Давайте закроем на три замочка. Вот это сюрприз. Так. Ага. Вот тут прям шкафная. Вы представляете, даже коврик для йоги. Ё-моё, а я везла. Вот это да. Вот это уставшая я после 4 самолетов. Это здесь я буду красить свое лицо. О, и вот здесь я буду. Ух ты, какая большая. Так, смотрите, что у нас есть. У нас есть ванная. У нас есть халаты, куча полотенец. Просто у нас есть душ на улице. Один душ. Тут унитазная. И вот, смотрите, еще один душ. Короче, все, шампуни, все, что хочешь, все, все есть. И это я не на экскурсии. Я обычно на экскурсиях для турагентов смотрела такие номера, ну, как бы прикольно. Для себя я как-то не примеряла. А вот теперь... Очень важная информация на нашем видео. А вот теперь я примеряю это на себя. Я вам потом расскажу.